Добрый день. Здравствуйте. Значит, сегодня у нас вопрос по критериям безопасности информационных систем. Дело в том, что формально нужно как-то описывать, как работают информационные системы и как осуществляется соблюдение их безопасности. И вот для этого были созданы критерии. Но вообще, конечно, стоит начать с формирования с оранжевой книги. Это 83 год. Критерии безопасности операционных систем Министерства обороны США. Ну и до сих пор критерии, они как самые простые и используемые всеми, на них ссылаются. Ну и, наверное, последний верх – это единые критерии безопасности европейские. Ну, отдельно следуют критерии безопасности российские. Они немного отличаются, но в целом вот за, наверное, лет за 15 от самых начальных формулировок до финальных критериев прошли операционные системы. Ну и, в принципе, далее идет только эволюционное изменение, ну, например, в связи с развитием социальных сетей и доступа в интернет с мобильных устройств в Европе, а потом уже, например, у нас и в США стали применять законы о защите персональных данных. Ну вот это очень новая тема. Она до сих пор не устоявшаяся, хотя основной шум прошел, наверное, лет года 4-5 назад, но тема все равно не считается закрытой. Давайте мы прослушаем доклады, которые вы приготовили. Так, Ендонова есть? Да, я здесь. Есть, да. Да, я готова. Вы очень медленно отвечаете. Давайте, подключайтесь. Так, видно? Да, хорошо, давайте. Тема моего доклада – защита персональных данных в социальных сетях. Что такое персональные данные? Это информация, которая может быть использована для идентификации конкретного человека. Это любая информация, которая относится к определенному лицу или позволяет определить его личность. Какие бывают угрозы для персональных данных в социальных сетях? Социальные сети собирают огромные объемы пользовательских данных, которые могут привести к утечке данных, кибермошенничеству, фишингу и нарушению конфиденциальности. Какие бывают типы персональных данных, которые используют в социальных сетях? Первый из них – это личная информация, включает в себя имя, фамилию, дату рождения, адрес и контактную информацию. Контактная информация – это номер телефона или почта, фотографии и видео, визуальный контент, размещенный на платформах социальных сетей, логины и пароли, учетные данные пользователя для доступа к учетным записям в социальных сетях. Предпочтения и интересы – это информация о предпочтениях и деятельности пользователя. Геоданные – раскрывают физическое местоположение пользователя через регистрацию посещений и отметки на постах. Как можно защитить свои данные в социальных сетях? Первое из них – это установить надежные пароли. Нужно создавать длинные пароли, использовать заглавные и строчные буквы, различные знаки и цифры.
Также можно придумать для каждого сервиса и программы свой пароль или запомнить 5 типовых паролей, при этом они не должны совпадать с самыми распространенными паролями. Второй совет – это соблюдение цифровой гигиены. Избегайте оставлять подробную личную информацию в комментариях под постами. Избегайте размещения важных личных данных в своем профиле. Будьте осознанными и предельно внимательны при публикации контента в интернете. Отключите геолокацию в приложениях, где это необходимо для их функционирования. Следующий совет – это читать условия пользования сервисов и приложений. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности приложений, прочтите мелкий шрифт, чтобы понять, как приложения будут использовать и защищать ваши личные данные. Управление разрешениями приложений. Тщательно разрешайте или запрещайте доступ к таким функциям, как камера, контакты и местоположение, отдельно для каждого приложения. Ограничьте доступ к третьим лицам. Будьте осторожны, предоставляя широкие разрешения сторонним приложениям и службам, которые могут не иметь надежных гарантий конфиденциальности. Следующий пункт – это контроль за cookies. Что такое cookies? Это фрагмент данных о сайтах, на которые вы раньше заходили, запоминающие историю покупок, активность на сервисе и интересы. Файлы cookies могут использоваться для целевой рекламы и сбора данных. Об этом нужно помнить. И также нужно не забывать очищать файлы cookies на телефоне и на ноутбуке. И следующий пункт, как можно себя обезопасить, это использование защищенного соединения и Wi-Fi. Когда заходите на сайт, нужно посмотреть ссылку, и там должно быть использовано безопасно зашифрованное соединение, как HTTPS. Это показывает то, что сайт защищен. Также нужно избегать пользования общественных Wi-Fi, потому что данные там могут быть незащищенными, что делает ваши данные уязвимыми. По возможности нужно использовать VPN. И также можно включить двухфакторную аутентификацию. Дополните пароли дополнительным этапом проверки, чтобы добавить дополнительный уровень безопасности. Какие мы можем сделать выводы? Используйте меры безопасности, которые я только что рассказала, такие как надежные и уникальные пароли. Помните о цифровой гигиене и об использовании защищенного соединения. Поделитесь с близкими этой информацией, чтобы обезопасить их и их данные. И будьте бдительными, не оставляйте свои данные на сомнительных сайтах, чтобы обезопасить свои данные. На этом все. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Так, Парникова отсутствует. Сидорова отсутствует. Басманова. Я тут. Сейчас, секундочку. Так. Как тут сделать? На-на-на-на-на. Прошу прощения. Сейчас, одну секундочку. Не могу демонстрацию сделать.
Так, прошу прощения, меня выкинуло. Сейчас демонстрацию. Шерсткрин. Так, вы видите? А, так. Да, на весь экран можно? А, вы с телефона? Да, я с телефона, я просто не дома. Ну, давайте, да. И на работе. Хорошо, да. Да, давайте. Так, защита компьютерной информации в компьютерных системах от вредоносных программ. У нас есть несколько вредоносных программ. Также я сейчас расскажу про актуальность. Данная тема очень актуальна в настоящее время, так как развивается интернет, следовательно, развиваются и технологии, которые хотят заполучить наши данные, такие как вредоносные программы и другие. Объектом и предметом исследования. Предмет исследования будет информация, получаемая вообще в принципе в интернете. А объектом это физические, аппаратные, технические, программные средства. Проблемой является утеря, кража, загрязнение информации. Цель и задача моей презентации будет является выявление источников угрозы информации и определение способов защиты от них. И задача выявить основные источники угрозы информации, описать способы защиты, рассмотреть правовую сторону информационной безопасности. Основные понятия. Основные понятия мы рассмотрим: система защиты информации, идентификация, аутентификация, несанкционированный доступ, пароль и стойкость. Так, функции защиты от вредоносных программ и вирусов. Если компьютер взаимодействует с другими устройствами, он может потенциально подвергаться риску. И в последние годы концепция защиты от вредоносных программ сделала огромные шаги для предотвращения уязвимости компьютеров для атак. Немного об истории. Одна из вспышек вирусной активности была вызвана ошибкой в конце 80-х годов. Был разработан вирус, его хотели исследовать, поэтому он сначала получил копию. Ральф Бургер решил исследовать вирус, и поэтому он получил его копию и написал свои выводы в книге под названием «Большой справочник по компьютерным вирусам». Но это привело к тому, что люди научились делать вирусы. То есть это привело в плохое русло. Вот. И поэтому внедрение вредоносного программного обеспечения привело к огромному росту нарушений безопасности, особенно в домашних и бизнес-средах. В 1998 году прокурор США раскрыл преступление на $64 миллиона, чтобы попытаться противостоять киберпреступникам и последовательно как вредоносных программ, так и вирусов. Был создан командный центр для защиты всех компьютерных систем Соединенных Штатов. Типы вредоносных программ и вирусов. У нас есть несколько видов, существует ряд серьезных вредоносных программ, вирусов и ошибок, которые обычно используют для проникновения в интернет-приложения, компьютерные сети, киберпреступники. Начнем с самого распространенного, это вирусы. Это такая компьютерная программа, которая способна заражать компьютерные устройства и реплицировать себя. Дальше у нас есть вредоносные программы. Это сокращенный термин, который обозначает вредоносное программное обеспечение. Цель вредоносного ПО является шпионаж, и чтобы повредить основное устройство. Могут также включать как файлы отслеживания за активностью пользователя, могут просматривать файлы, которые пользователь скачивает, постит и так далее. В принципе, вредит общей деятельности пользователя. Шпионское ПО практически то же самое, но немножко отличается. Используется чисто для шпионажа на компьютере. Это форма вредоносного ПО, которая выполняет преимущественно такие же задачи, как вредоносные программы. Используется в рекламных объявлениях,
также известно как рекламное ПО, и отслеживает активность нашего пользователя. Черви. Черви способны реплицировать свое «я» и использовать сеть для отправки копии себя на другие устройства сети. Это своего рода ПО, которое заражает большое количество устройств сети. И как только червь был запущен на компьютере, он может быстро нанести ущерб сети. Боты. Боты — это программы, которые способны захватить компьютер. Бот позволяет хакеру управлять компьютером с удаленного места. Часто киберпреступники скрывают свое программное обеспечение дистанционного управления, которое скрывают, например, посредством игры или какого-либо приложения. Когда приложение запущено, оно может запускать свое программное обеспечение. Сейчас, прошу прощения. Секунду. Девочки, да как? Запущенные могут запускать свое программное обеспечение в фоновом режиме и получать удаленный доступ. Дальше, трояны. Известны как троянские кони. Они маскируют себя, выполняя законную задачу на компьютере. На самом деле цель троянов – следить за компьютерными операциями и красть информацию, такую как данные карты, кредитные карты, номера контактов и тому подобное. Спам. Тип рекламы, который обычно отправляется крупным пользователям компьютеров. Все мы сталкивались со спамом. Также сейчас очень распространены спам-фильтры, о чем я попозже расскажу. Начну про текущую защиту от вредоносных программ. Нарушения безопасности могут возникать во всех видах незаконной деятельности. Это основные проблемы, которые возникают на повседневной основе. И также существует очень много форм вредоносного ПО, которые тестируют интернет-безопасность. Что мы предпринимаем для защиты интернета? Бренд Маура придуман пожарными, так как это большой барьер, созданный для предотвращения распространения огня. Работает с приложениями на основе маршрутизатора, чтобы принять решение о переносе пакетов на устройство или уничтожить все пакеты вместе. Это некий тип сканирования, который может обнаружить зараженные и незаконные файлы данных и программ, прежде чем они достигнут своего пункта назначения. Антивирусное программное обеспечение. Для сканирования файлов и устранения любых вредоносных программ и вирусов. Обнаруживает на конкретном устройстве и удаляет. Существует антивирусное приложение, которое способствует защите пользователей от вредоносных вирусов. Антишпионское ПО работает по аналогичному методу с использованием шпионских словарей. Спам-фильтры, о чем я говорила ранее, это фильтры, которые сортируют информацию, которую получает наш компьютер, и сканируют электронные письма, удаляет все, что не на родном языке, который, допустим, мы установили в настройках, и так далее. Также рекламу сфильтрует, которую мы не подписывались. И немного о выводах. Хочу сказать, что универсального способа защиты данных не существует, так как развивается интернет, развиваются и методы. И эксперты советуют комбинировать все методы, которые для защиты компьютеров используются, и защищать свои персональные данные. Также список литературы. И я хотела бы сказать, что в Макдауне у меня совершенно не делался презентация, поэтому пришлось сделать такую. Очень грустно, что не делалось в Маркдауне. У вас еще много лет впереди, чтобы научиться делать. Галиева.
Нету. А я могу идти, да? Я могу идти. Да, все, спасибо. Да. А, Галиева нету, Гандич. Да, есть, доброе утро. Да, давайте. Видно? На весь экран, пожалуйста. Так. А там у вас в этот есть. Вот три точки справа. Ниже, вот. Ага, поняла. Так, тема моего доклада — основы защиты персональных данных в социальных сетях, дисциплина — основы информационной безопасности. Так, ага. Цели и задачи. Целью данного доклада заключается рассмотрение актуальной проблемы защиты персональных данных пользователей в социальных сетях, выявление основных угроз и рисков, а также предложение рекомендаций по повышению уровня безопасности и конфиденциальности информации в онлайн-средах. Доклад направлен на повышение осведомленности пользователей о возможных угрозах и способах защиты их личной информации в цифровой среде. Основные риски и угрозы. Поговорим о них. Мы живем в 21 веке, и, соответственно, социальные сети – это самый динамично развивающийся сектор интернета. Каждый год количество пользователей соцсетей увеличивается на десятки миллионов человек. И, конечно же, соцсети, помимо выполнения функций поддержки общения, обмена мнениями, в последнее время все чаще становятся объектами и средствами внешнего информационного психологического управления и ареной информационного противоборства. Поэтому параллельно с интенсивным развитием сетевой коммуникации значительно возрастают риски и угрозы социальной безопасности личности. Начнем говорить про основные риски и угрозы. И первыми, можно сказать, контентные риски. Это риски, которые связаны с потреблением информации, опубликованной в интернете и в социальных сетях. Они могут содержать в себе незаконное либо неподобающее содержание, в том числе материалы, содержащие порнографию, пропаганду наркотиков, алкоголя, азартных игр, религиозных сект, суицида, нецензурную лексику. И все это оказывает на нашу психику огромное воздействие. А второй вид рисков – коммуникационный. Это деятельность, связанная с межличностными отношениями пользователей. То есть, проще говоря, современными словами, это буллинг, как мы все знаем. То есть с использованием информационных технологий в интернете могут искать жертв для буллинга, планируя уголовные преступления. Далее у нас идут электронные или киберриски. Это деятельность, которая включает хищение персональной информации, создание ложных профилей и страниц, вредоносное ПО, вирусные атаки, онлайн-мошенничество и спам. Потребительские риски – это злоупотребление правами потребителя, в том числе распространение некачественной или контрафактной продукции, хищение средств, воздействие на потенциальных потребителей. Пятое – это использование социальных сетей в военных и политических целях, например, для шпионажа и дезинформации, также, к примеру, для информационных войн. Шестое – зависимость от социальных сетей. В 2011 году признано психиатрами более серьезным явлением, чем зависимость от компьютерных игр. Сейчас это, наверное, одна из самых острых проблем. Каждый пользователь социальной сети может пострадать от того или иного вида риска, поэтому наибольшую важность приобретает выработка разных навыков предостережения и защиты. Разберем кратко некоторые из них. Так, чем более, соответственно, доступным становится интернет, тем выше риски, связанные с персональными данными.
использование сайтов и социальных сетей неуклонно расширяется, и все больше личной информации становится доступно онлайн, что затрудняет ее защиту. К счастью, существует множество способов защитить ваши данные в интернете. Первое. Использовать надежные пароли. Самый распространенный способ защитить вашу личность – это, соответственно, использовать надежные пароли. При создании пароля убедитесь, что его будет нелегко взломать или расшифровать. Также никогда не используйте наборы символов и букв, которые будут ассоциировать с вами. Например, собственное имя, фамилия, адрес, номер телефона и другие подобные ассоциации. Самый надежный пароль – это смешивание знаков, букв, специальных символов, чисел. И, кроме того, важно никогда никому не сообщать свой пароль, и важно менять его не реже нескольких раз в год. Второе – это обращать внимание на шифрование. Прежде чем совершать какие-либо транзакции в интернете, а как мы знаем сейчас, это очень частое явление, например, на маркетплейсах, обратите внимание на наличие признаков, указывающих на зашифрованный сайт. Когда вы находите на странице, которая запрашивает информацию о вашей карте, HTTP и сменится на HTTPS. И это безопасный знак. Также еще одним признаком безопасного сайта является замочек в нижнем левом углу вашего браузера. Установите противовирусное ПО. Пакеты безопасности – это программы, которые не позволяют злоумышленникам заразить ваш компьютер и украсть у вас личные данные. В случае каких-то неполадок они выдадут вам информацию о нем, постараются устранить ее. И так вы сможете защитить свои персональные данные. Избегайте фишинговых атак. Мошенники используют различные методы для получения вашей личной информации и кражи вашей личности. И существует множество фишинговых уловок, чтобы это сделать. К счастью, их можно избежать, просто научившись распознавать. Чтобы не стать жертвой фишинга, важно никогда не открывать электронные письма или вложения, если отправитель неизвестен, не переходить по незащищенным ссылкам, кроме того, избегать предложений денег, сверхвыгодной работы или просьбы о пожертвованиях благотворительной организации от сомнительных людей. Все они могут быть уловкой с целью получения вашей личной информации. Использовать двухфакторную аутентификацию. Двухфакторная аутентификация требует, чтобы вы подтвердили свою личность после входа в систему, используя имя пользователя и пароль. Как это работает? Помимо того, что вы вводите обычный пароль в той соцсети, которую вы используете, также вам могут прислать дополнительный код на телефон, либо дополнительный код на почту, и, соответственно, это делает двойную защиту для вашего профиля, что также является методом защиты своих персональных данных. Обеспечение информации в интернете может показаться проблемой, но все не так сложно, как выглядит на первый взгляд. Если вы только учитесь защищаться от мошенников, отнеситесь к взаимодействию в сети так же, как к контактам с незнакомцем. Вряд ли вы станете открывать коробку от неизвестного отправителя и сообщать данные своей карты или пароля домашнего Wi-Fi. Эти же правила помогут вам оставаться в безопасности в интернете. Заключение. Защита персональных данных в социальных сетях является актуальной и важной проблемой в современном цифровом мире. Также это не только вопрос безопасности, но и вопрос сохранения личной частной жизни. Поэтому важно осознавать значение защиты данных и принимать все необходимые меры для обеспечения их безопасности в онлайн-среде. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Матвеева. Я тут. Да, давайте. Сейчас.
Видно экран, да? Да, хорошо. У меня доклад на тему защиты государственной и коммерческой тайны. Цели и задачи. Цель защиты государственной и коммерческой тайны заключается в обеспечении сохранности конфиденциальной информации, которая имеет стратегическое значение для государства или организации. Эта информация может включать в себя данные на научных разработках, технологиях, финансовых операциях, планах развития и другие сведения, которые могут быть использованы во вредных целях, для, если попадут в руки несанкционированных лиц. Защита государственной и коммерческой тайны является важным аспектом в современном мире, где информационные технологии и международный обмен данными стали неотъемлемой частью жизни. Государственная коммерческая тайна представляет собой информацию, которая имеет большую ценность и может быть использована в интересах государства или коммерческой организации, а также может нанести ущерб их интересам, если попадет в неправильные руки. В чем заключается гипотеза? Адекватные меры по защите государственной коммерческой тайны способствует снижению риска утечки конфиденциальной информации, обеспечивая сохранность важных данных, конкурентное преимущество и национальную безопасность. Эта гипотеза предполагает, что эффективные меры по обеспечению безопасности информации, контроль доступа к конфиденциальным данным, шифрование и другие технологические и организационные меры позволяют минимизировать риск утечки информации и сохранить ее целостность. Что такое вообще коммерческая тайна? Коммерческая тайна – это специальный режим хранения информации о бизнесе, при котором она приобретает статус конфиденциальный. Обычно его используют в отношении сведений, которые помогают увеличить доход, привлечь больше клиентов или получить иную выгоду. Но не вся информация, которая имеет значение для бизнеса, является коммерческой тайной. Важно, чтобы она соблюдала следующие 4 условия. Это неразрывная связь с предпринимательской деятельностью, то есть, например, технология производства товара или сведения о поставщиках считаются коммерческой тайной. Допустим, количество работников в корпорации, они считаются коммерческой тайной. Реальная ценность, то есть если эта информация никто не интересуется, то она не представляет никакой ценности для предприятия и поэтому не считается коммерческой. Отсутствие публичности. Если эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете, то она не будет считаться коммерческой. Оформление согласно закону. Ну, то есть эта тайна должна быть оформлена согласно закону. Что такое государственная тайна? Государственная тайна – это информация, которая признана государством как конфиденциальная, и представляет собой ценность для обеспечения национальной безопасности. Такая информация может включать в себя данные о военных стратегиях, разведывательных операциях, дипломатических переговорах, научных разработках, критической инфраструктуры и другие данные, чье раскрытие может повлечь ущерб интересам государства. Государственная тайна охраняется законом, и ее разглашение без соответствующего разрешения может повлечь с собой юридические последствия. Защита государственной тайны играет важную роль в обеспечении безопасности страны и ее граждан. Так, сейчас мы поговорим про проблемы защиты государственной и коммерческой тайны, которые могут быть разнообразны и имеют серьезные последствия. Некоторые из этих проблем включают следующее. Недостаточная осведомленность и обученность персонала. Часто сотрудники организации неосознанно не осознают важность защиты конфиденциальной информации и не следуют правилам безопасности, уязвимости в информационных сетях. А недостаточная защита сетей и баз данных может привести к утечке информации, социальной инженерии и фиштинг. Атака, направленная на обман сотрудников для получения доступа к конфиденциальной информации. Недостаточное использование шифрования. Отсутствие шифрования данных может привести к утечке информации. Недостаточный контроль доступа. Несанкционированный доступ к информации из-за слабых механизмов аутентификации и авторизации может привлечь с собой серьезные последствия. Недостаточное соблюдение законодательства. Не всегда организация соблюдает требования законодательства по защите государственной или коммерческой тайны. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего обучение персонала, улучшение технологических
средств защиты, усиление контроля доступа, а также соблюдение законодательства и стандартов информационной безопасности. Основные цели и защита коммерческой и государственной тайны. Первое – это сохранение конкурентного преимущества. Второе – это обеспечение национальной безопасности. Третье – это сохранение репутации и доверия. Четвертое – это предоставление экономических, предотвращение экономических потерь. Пятое – это соблюдение законодательства. Цель защиты тайны заключается в обеспечении сохранности информации, необходимой для успешного функционирования государства или организации и предотвращения угроз ее конфиденциальности, целостности и доступности. Кто вообще несет ответственность при разглашении конфиденциальной информации? Взыскать компенсацию за убытки, причиненные разглашением тайны, можно с сотрудников государственных органов или других юридических лиц, например, контрагентов. Однако при привлечении к ответственности необходимо соблюдать два условия. Первое условие – это предприятие действует в режиме коммерческой тайны, оформленное соблюдением всех требований закона. Второе – есть доказательства раскрытия секретной информации сотрудникам или госорганам, получившим к ней доступ. А как же можно вообще защитить коммерческую тайну? Шаг первый – это решить, какая информация является вообще секретом. Подготовить конкретный перечень сведений, которые будет запрещено разглашать. Главное – избегать расплывчивой формулировки. Второй шаг – это определить, кто и как, и почему будет иметь доступ к данным. Или кто и как, почему будет иметь доступ к данным, может только сама корпорация, которая руководит этими данными. Никак законом это не регулируется. Третий шаг – это оформление режима коммерческой тайны. Подготовить приказ о том, что относится к секретной информации, и разработать специальное положение. В него включают все условия работы с защитными данными, ознакомить работников с документом под подпись и внести изменения в трудовой договор. В заключение могу сказать, что защита государственной коммерческой тайны является одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности информации как на государственном, так и на корпоративном уровне. Государственная тайна обеспечивает защиту интересов и безопасность государства, позволяет сохранить конфиденциальность данных, которые могут нанести ущерб национальным интересам. В свою очередь, коммерческая тайна позволяет предприятиям сохранить конкурентное преимущество, оберегая инновации, технологии, планы развития и другую конфиденциальную информацию под несанкционированным доступом. На этом все. Большое спасибо, что послушали меня. Спасибо. Савурская. Я здесь. Да, слушаем вас. Сейчас. Так, видно? Да, хорошо. Законодательный уровень информационной безопасности. Вас не слышно совсем? Что-то случилось? А, слышно, да? Слышно. Да, вот сейчас слышно, да. Угу. Важность информационной безопасности в современном мире. Сейчас без использования информационных систем никак нельзя представить деятельность любой современной организации. Информационная безопасность – это одна из наиболее актуальных и насущных проблем современного мира. И законодательство играет важную роль в создании правовых основ для регулирования информационной безопасности и обеспечения защиты интересов граждан и организаций. Опять пропали. Не знаю, сам выключает мне. No. Развитие законодательства в области информационной безопасности. В последние годы наблюдается активное развитие законодательных норм и нормативных актов, регулирующих информационную безопасность. Так, во многих странах были приняты законы и положения,
направленные на сокращение уязвимостей этих информационных систем и предотвращение взломов и кибератак. Мы будем различать на законодательном уровне две группы мер. Это первое – меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного отношения к нарушениям и нарушителям. И второе – это направляющие и координирующие меры, способствующие повышению образованности общества в области информационной безопасности. Так, меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного отношения, содержат в себе, рассмотрим глава 28 УК РФ. Это преступления в сфере компьютерной информации. Эта глава охватывает такие угрозы, как неправомерный доступ, создание и использование вредоносного ПО и другие. А второе – это закон об информации, и в нем даются основные определения, намечаются направления, в которых должно развиваться законодательство в данной области. И статья 137 УК РФ – это нарушение неприкосновенности частной жизни, в которой расписаны наказания за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых там, телеграфных сообщений. Так. Направляющие и координирующие меры, способствующие повышению образованности общества. Сюда относится группа документов, регламентирующих процессы лицензирования и сертификации в области информационной безопасности. Главная роль здесь отведена Федеральному агентству правительственной связи и информации и Гостехкомиссии при президенте РФ. Также руководящие документы Гостехкомиссии определяют требования к классам защищенности средств вычислительной техники. А меня же слышно сейчас, да? Да, сейчас слышно. Хорошо. Так. Основные принципы законодательного регулирования информационной безопасности. Первый – это принцип закрепления ответственности, что означает, законодательство определяет эту ответственность за нарушение правил и устанавливает процедуры реагирования на нарушения, такие как штрафы, административные, уголовные наказания, возмещение ущерба. Второй принцип – это принцип превентивных мер. Законодательство направлено на предотвращение угроз информационной безопасности путем установления обязательных требований к использованию средств защиты, а также мер по обеспечению конфиденциальности и целости информации. И третий принцип – это принцип защиты прав граждан и организаций. Законодательство обеспечивает защиту прав и интересов граждан в сфере информационной безопасности. Такими способами, как защита персональных данных, право на конфиденциальность. Так, проблемы и перспективы развития законодательства в области информационной безопасности. Одной из проблем является быстрое технологическое развитие, которое требует постоянного обновления законодательства, чтобы учитывать новые виды угроз и средств защиты. Кроме того, сложность некоторых юридических вопросов, связанных с информационной безопасностью, таких как международные аспекты и обмен информацией между странами, требует более глубокого исследования и согласования. Существуют также и перспективы развития законодательства в этой области, такие как совершенствование уже имеющихся законодательных актов, разработка новых механизмов защиты и международное сотрудничество для борьбы с киберпреступностью. Поговорим поподробнее о сотрудничестве между государствами в области информационной безопасности. В современном мире
глобальных сетей нормативно-правовая база должна быть согласована с международной практикой. Есть много причин, по которым это должно быть сделано. И одна из них — это необходимость защищенного взаимодействия с зарубежными организациями и зарубежными филиалами российских организаций. И вторая — это доминирование аппаратно-программных продуктов зарубежного производства. Так, и в заключение скажу, что законодательный уровень информационной безопасности играет важную роль в обеспечении защиты конфиденциальных данных и информационных систем. И развитие законодательства в этой области является неотъемлемой частью общественного развития, которое требует постоянного совершенствования. И только с помощью соответствующих правовых норм и мер государства можно достичь надежной защиты информации и гарантировать безопасность в современном мире. Все. Спасибо. Когда вы подготавливаете доклад или презентацию, очень желательно, если вы хотя бы узнаете значение незнакомых вам терминов. И таким образом, может быть, да, избежите анахронизмов. Вы в своей презентации упоминаете ФАПСИ и гостехкомиссию. И ФАПСИ и гостехкомиссия были ликвидированы в 2003 году. То есть больше 20 лет назад. Таким образом, в современном материале вряд ли появились бы такие названия. Это все равно, что если бы вы упомянули какую-нибудь комиссию Его Императорского Величества. Mm-hmm. Значит, вы не посмотрели, что значат эти термины. Ну, хорошо. Давайте пробежимся кратко по критериям безопасности. Ну вот, это оранжевая книга. Очень часто всякие книги, всякие документы называются по цвету обложки или по рисунку на обложке. Ну вот тут цвет обложки был оранжевый, соответственно, и книга оранжевая. Это, наверное, первые широко распространенные критерии безопасности, и они применялись, соответственно, и в коммерческих операционных системах, но логично. Если вы хотели поставлять государству свои операционные системы, то вы должны были удовлетворять этим критериям безопасности. Значит, у нас тут идут группы от D до A. Значит, D минимальная, А максимальная. И внутри группы каждой идут классы от 1 до 1, 2, 3 бывает. Разное количество классов в группах не фиксировано. Теперь уже по возрастающей от 1 и выше. Д минимальная защита. В принципе, вот так могу сказать. Если вы будете ориентироваться в оранжевой книге, то вы, в принципе, будете понимать, как задаются критерии безопасности компьютерных систем. Ну, потому что это самая простая классификация во всех книгах.
по крайней мере, сравнивается с этими критериями. Так что вы, в принципе, можете все понимать. Итак, минимальная защита. Это нет никакой защиты. Но я боюсь, вы уже не помните никаких операционных систем, кроме Windows. Поэтому приводить примеры вам бесполезно. Для вас это пустые слова. Но в 70-е годы и в 80-е существовало огромное количество систем коммерческих, да и позже, с отсутствующей какой-либо защитой. Это есть класс D. Далее шло два класса C1, C2. Это дискреционная защита. Это мы говорили с вами. Матрица доступа. Или Харрисона Роза Ульмана модель. И дискреционная защита плюс управление доступом. То есть мы должны были не только задавать защиту объектов, но и управлять доступом к этим объектам. Ну, в общем, C2 считался минимальным классом для коммерческих операционных систем. И то не все его выполняли. Например, Windows 4. Windows NT она называлась, конечно, не 4. Windows NT называлась. Windows NT 4. Она, ну и предыдущие, она удовлетворяла C2 только в варианте без сети, без подключения к сети. То есть при сетевом подключении управления доступом там не было. Но при этом она продавалась именно как C2 и для коммерческих, и для государственных служб. Следующее. Итак, C дискреционная, мандатная защита. Вот у нас мандатная защита появилась. Собственно, из-за того, что первый же класс B1 – это мандатная защита с метками безопасности, очень часто вообще мандатные модели стали объединять в своем воображении с моделями типа Белла Падулы, то есть моделями, многоуровневыми моделями. Но это вот самый первый класс. И далее у нас должна была быть структурированная защита. И дальше должны быть домены безопасности. Ну, в принципе, Unix вполне можно было под эти группы относить, и в том числе и большие системы мейнфреймовые на IBM и так далее. Но для применения в военном секторе нужна была защита типа А1. Больше ничего нету. А1. Это дополнение к мандатной защите и доменам безопасности, должна быть формальная верификация. Если мандатную защиту мы могли сделать по нескольким моделям, ну, в том числе типизированная матрица доступа, это вот, например, как все Linux, то
формальная верификация, то есть математическая верификация должна быть. Если у нас задано некое безопасное состояние, то при переходе в любом переходе разрешенном состояние остается безопасным. Так вот, естественно, эта проблема непростая. И модели, которые поддерживали эту проблему, а именно вот модели Белла Лападулы и похожие на них, они, собственно, подходили под группу А и применялись, соответственно, и в группе А, и в группе Б. Таким образом, такого рода модели стали ассоциироваться с мандатной защитой и стали самыми распространенными моделями мандатной защиты в операционных системах. То есть вопрос был не в эффективности этих моделей, а именно в том, что их можно было сертифицировать на определенный класс и операционные системы с этими моделями продать государственным органам. Ну и, соответственно, государственные органы – это те, которые наиболее финансово удобные вам. Европейские критерии безопасности – вы знаете, они мало отличались от оранжевой книги, то есть идеи, положенные в их производство, были очень похожи. Было 10 классов безопасности, 5 этих классов полностью соответствовали оранжевые книги, но кроме этого, поскольку оранжевая книга у нас рассматривала безопасность для достаточно узкого применения, а именно для военных нужд, то тут еще возникли модели для разных производственных систем. У нас, как мы помним, есть три основные пункты, по которым организуется безопасность. Это конфиденциальность, целостность и работоспособность. И, соответственно, в этих же рамках были созданы дополнительные классы безопасности. Не очень консистентная система, эклектичная, но так тоже можно. Итак, класс безопасности для целостности, обеспечение целостности, это в основном для баз данных, ну, потому что в базах данных главное это, чтобы данные, которые там хранятся, они были сохраненные, не пострадала их целостность. Работоспособность, значит, для работоспособности это производственные разные системы, системы реального времени, например, система управления каким-нибудь, ну, реактором на атомной станции. Все вы помните такие аварии, как 3 Alm Island и Чернобыль. На трехмильном острове там ничего не взорвалось, конечно, но почти к этому дошло. А в Чернобыле взорвалось, вы помните. Дальше у нас распределенная система обработки информации. Системы с конфиденциальной информацией, банковские, например, системы, ну и совмещенные системы, это распределенная и конфиденциальная информация.
Далее, ну, как видите, классы принципиально не отличались от оранжевой книги, но тут было принято дополнительный критерий, дополнительный принцип, а принцип адекватности, насколько критерий является адекватным. То есть, если у нас в оранжевой книге адекватность или есть, или нет, то тут мы задаем 7 уровней адекватности. Руководящие документы госсехкомиссии – это то, что используется в Российской Федерации. Ну, госсехкомиссия, ну, занималась в основном государственными учреждениями, соответственно, так же, как оранжевая книга для военных, госсехкомиссия была разработана для государственных. Семь классов защищенности были созданы. Они и до сих пор существуют. До сих пор при аттестации операционной системы или другой информационной системы, базы данных и так далее, для военных или государственных нужд вы должны сертифицировать ее по этим классам защищенности. Но поскольку у нас именно для работы государственных информационных систем, то вопрос о поддержании работоспособности, то есть для систем производственных, из госсехкомиссии вообще выпал. То есть остались только конфиденциальность, которая реализовывалась как криптографические разные подсистемы, и целостность для информации и баз данных. Ну и, соответственно, у нас обязательно была подсистема регистрации и учета. Вот у нас вот так вот эта вот чудесная табличка выглядит. Ну, фактически этой таблицей пользуются до сих пор. То есть все современные наши системы, они сертифицируются для государственного применения именно по этим технологиям. Ну и из оранжевой книги пришло требование к мандатному доступу. Причем мандатный доступ должен быть верифицируемый. Таким образом, у нас основа мандатного доступа – это метки безопасности для российских военных операционных систем, например. Обычно берется Linux, обычно берется и вставляется туда дополнительный модуль обеспечения мандатной модели доступа. Раньше это было проблематично, то есть приходилось патчить ядро, а сейчас в Linux используется архитектура подключаемых модулей безопасности. И вы можете сделать модуль, и фактически, поскольку там описан интерфейс этих модулей, он будет работать с каждым ядром. Вы можете подключать к каждому ядру. Очень удобно стало. Значит, федеральные критерии безопасности США, если э,
значит, предыдущий документ делало Министерство обороны, то этим документом занималась NSA, Агентство национальной безопасности. Фактически основная фишка этого документа – это понятие о профиле защиты. Ну, можно и все вот предыдущие рассмотренные документы в этом ракурсе смотреть, то есть считать, что там заданы заранее фиксированные профили защиты. Тут же у нас описывается, как создается профиль защиты, что он должен включать. И действительно предлагаются несколько вариантов этих профилей защиты. Канадские критерии безопасности. Значит, в принципе, основная идея канадских критериев была в том, чтобы разработать единый понятийный подход для создания критериев безопасности. Ну, фактически, там у нас и были выделены субъекты, объекты, объекты-пользователи, объекты-процессы, пассивные объекты, метки, теги. И вот было создано достаточно большое количество уровней безопасности. Ну, конечно, недостаток в том, что их слишком много. То есть идея с профилями защиты, она более плодотворна в том смысле, что задается механизм, а не фиксированный набор уже уровней. И по этому механизму вы можете создавать новые уровни безопасности. Значит, и, наконец, единые критерии безопасности информационных технологий. Это то, что используется на данный момент. Там собрано все, что было разработано в предыдущих критериях, создается профиль защиты. Он описывает задачи защиты, требования безопасности, среду эксплуатации и так далее. То есть достаточно комплексный документ. Для каждой системы делается проект защиты и создаются определенные классы защиты или уровни защиты, на которые мы можем уже информационную систему получить верификацию на эту систему. Ну, так же, как и вот в канадских критериях, у нас таксономии разные делаются. Таксономия – это иерархическая классификация. Классификации бывают разные. Так вот, таксономии называют именно иерархическую, всеобъемлющую классификацию. То есть классификация, которая полностью описывает
любой объект. Есть еще фасетные классификации, вообще перечисления называют. Но они, естественно, не полные. Ну вот, извините, да. Я могу рассказать быстренько свой доклад? А вы кто? Захаренко. У меня на пятую тему был. Вы не стали докладывать? Да, хорошо. А вначале была проблема с интернетом. Можно, да? Видно? А видно презентацию? Да, все видно. Все. У меня была тема создания и функции службы безопасности на предприятии. Определение службы безопасности на предприятии. А на предприятии служба безопасности отвечает за защиту его сотрудников, имущества, информации от угроз и рисков. Она предоставляет услуги по обеспечению физической безопасности, контролю доступа, мониторингу системы видеонаблюдения и охраны сигнализации, а также разработки и реализации программ безопасности. Создание службы безопасности на предприятии является важным шагом для обеспечения его устойчивой работы и защиты от внешних и внутренних угроз. Оно позволяет предотвратить кражи, вторжения, незаконные действия, а также обеспечить правильное использование ресурсов и защитить конфиденциальную информацию. Создание службы безопасности. Первое, что нужно сделать, это определение потребностей и рисков. Первый шаг при создании службы безопасности на предприятии — определить потребности и риски, с которыми предприятие может столкнуться. Это включает идентификацию угроз безопасности, таких как кражи, взломы, проникновения, пожары и так далее, а также анализ возможных последствий и ущербов, которые могут причинить данные угрозы. На основе этой информации может быть разработана стратегия безопасности и определены необходимые меры для ее реализации. Второе — это определение целей и задач службы безопасности, которые должны выполнять службы безопасности на предприятии. Они могут включать в себя обеспечение физической безопасности объектов, контроль доступа и мониторинг системы безопасности, разработку политик, процедур безопасности, а также обучение информирование сотрудников о правилах и мерах безопасности. Третье – это структура службы безопасности. Служба безопасности может быть организована в виде самостоятельного отдела или подразделения в составе другого отдела предприятия, например, административного или технического. Определение структуры службы безопасности зависит от размера предприятия, его специфики и потребностей. Оно может включать в себя руководителя службы безопасности, оперативный персонал, специалистов по информационной безопасности, технических специалистов и так далее. Важно, чтобы структура службы безопасности была гибкой и могла эффективно реагировать на изменения условий и потребностей предприятия. Набор персонала и его квалификация. После определения структуры службы безопасности необходимо набрать персонал с необходимыми квалификациями и опытом работы. Это могут быть специалисты по безопасности, бывшие сотрудники правоохранительных органов или военных структур, а также специалисты по информационной безопасности, инженерно-технические специалисты и другие профессионалы. Важно обеспечить персоналу необходимое оборудование и регулярное повышение квалификации, чтобы они могли эффективно выполнять свои задачи. Проблемы и вызовы при создании и функционировании службы безопасности на предприятии. Определение бюджета и ресурсов включает финансирование, оборудование, технологии безопасности, обучение персонала, обслуживание систем безопасности и прочие затраты. Обеспечение эффективного управления и координации. Служба безопасности должна быть эффективно управляемой и иметь четкие каналы коммуникации с другими отделами предприятия. Необходимо обеспечить согласованность сотрудничества, чтобы обеспечить эффективное выполнение задач и достижение общих целей.
Обучение и подготовка персонала. Квалифицированный и обучаемый персонал – ключевой компонент службы безопасности. Обучение персонала включает не только ознакомление с правилами и процедурами безопасности, но и развитие навыков в области обнаружения и предотвращения угроз, управления чрезвычайными ситуациями, использования технических средств безопасности. Функции службы безопасности на предприятии – это предотвращение и обеспечение безопасности. Главная функция – Это служба безопасности разрабатывает и реализует меры по обеспечению физической безопасности, контролю доступа и мониторингу систем безопасности, чтобы предотвратить проникновение внешних лиц, несанкционированные действия. Разработка и реализация политики безопасности. Служба безопасности разрабатывает и внедряет политику безопасности. Как она разрабатывает, я выше уже об этом рассказала. Она включает в себя разработку правил доступа, политики контроля и мониторинга, процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации и других мер, направленных на обеспечение безопасности. Обеспечение защиты и контроля доступа. Она разрабатывает системы контроля доступа, мониторинга и учета посетителей, а также обеспечивает безопасность входов, выходов и периметр предприятия. Сотрудничество с соответствующими государственными органами безопасности. А это включает информационный обмен, совместные операции, консультации и сотрудничество в области обеспечения безопасности. Сотрудничество с государственными органами безопасности позволяет службе безопасности получить поддержку и экспертные знания в области безопасности. А контроль защиты информации. Она следит за контролем информации на предприятии и управление рисками и реагирование на чрезвычайные ситуации. Она проводит анализ рисков, разрабатывает меры по их устранению и минимизации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, таких как пожары, происшествия или террористические акты, служба безопасности организует реагирование и взаимодействие с соответствующими службами и органами. Перспективы и рекомендации для будущего – это инвестиции в обновление и модернизирование систем безопасности, улучшение обучения персонала и сотрудничество с внешними органами, государственными органами безопасности, регулировать обмен информацией, сотрудничество с другими организациями и государственными органами безопасности позволяет получать ценные знания и поддержку, поэтому это очень перспективно для развития. И выводы: службы безопасности на предприятии играют важную роль в обеспечении безопасности персонала, имущества и информации. Работа службы безопасности помогает предприятию предотвращать потенциальные угрозы, защищать имущество и данные, обеспечивать безопасность персонала, посетителей, а также повышать свою репутацию, привлекательность в глазах клиента и партнеров. Все. Спасибо. Ну, на этом мы, наверное, завершим нашу работу. До свидания.